Всем привет! Наконец-то я получила свой долгожданный заказ Avon. Долгожданный, потому что пришлось мне его ждать 1,5 недели. Заказывала. Хотела заказать, в общем, в первый день действия каталога. Ну, как всегда, на работе целый день была. На следующий день целый день сайт не работал. В общем, заказала только в четверг. И черт меня дернул выбрать курьерскую доставку. В общем, я что-то не очень понимаю. Последние два раза, если по почте России, сразу же обрабатывался заказ, и через 3 дня уже приходила посылочка. Приходил заказ, и я думала, что теперь это везде все так быстро будет, что никаких уже групп нет. Ну вот в этот раз получилось, ну так, как было раньше. В общем, заказ обработали только во вторник на следующей неделе и привезли его в четверг. Вот. Сегодня у нас уже пятница, в общем-то, я не успела вчера снять обзор, так как уже нужно было идти на работу. Вот так. Ну, в общем-то, каталог выглядел вот так вот, 14-й. Давайте покажу, что было заказано. Заждалась его, в общем. Так, первое, что я заказала себе, пену для ванны. Что-то захотелось мне вот такую вот с манго пену. Сейчас мы ее откроем, понюхаем. Я уже брала такую пену, мне нравится. Просто как-то хочется немножко еще лето продлить. Еще не очень хочется всякими ванильными пользоваться, поэтому... Пахнет как сок мультифруктовый. Красивая. Все знаете, что я любитель пен. Поэтому цена была хорошая, по-моему, 140 рублей. Думаю, грех не взять. Так, следующего из большого. Не я заказала, а у меня, вернее, заказали. Мне, кстати, уже кое-что мне пришлось сразу вчера отнести на работу, потому что девчонкам я пообещала, что через 3 дня, в общем, заказ придет. И они вот мне деньги отдали и каждый день с меня справляли на протяжении 10 дней, наверное. Так, вот одна... Девушка заказала вот такой вот большой гель в объеме 720 мл энергии океана. Он у нас идет с помпой. Ну, все, наверное, тоже его знают. Так, как мне так настроить? Следующее. По фокусу было выгодно заказать вот такой вот шампунь. В прошлый раз в фокусе был маленький шампунь 250 мл. Он стоил 150 рублей. А в этот раз 400 мл и 160 рублей. Ну, выгода налицо, поэтому, конечно же, не стала брать маленький. Я взяла вот такой. Это у нас шампунь уход без сульфатов. Мягко очищает, защищает и придает эффект ламинирования для окрашенных и милированных волос. Мицеллярное очищение. Ну, попробуем. Конечно, уже слышала отзывы на эти шампуни. Ну, самой... Все же хочется тоже попробовать. Так, дальше. Тоже из фокуса. Взяла вот такую вот мицеллярную воду с маслами. Это у нас Avon True Nutra Effect. Новиночка для нормальной сухой кожи. Кстати, не видела, когда заказывала. Поэтому, ну, в общем-то, я бы ее и так все равно взяла попробовать. Хотя у меня жирная кожа. Смотрите, здесь масла совсем немножко. Но зато у меня уже была возможность ей воспользоваться. Утром, придя с работы, я снимала ей макияж. Но ее нужно сболтать. Не буду нарушать красоту такую. И, ну, знаете, действует она как двухфаска. Макияж снимает хорошо, с глаз легко. Поэтому проблем как бы нету. Ну, чуть-чуть вот эту вот, конечно, пленочку маслянистую оставляет после себя. Ну, так же вот, как и двухфазное средство, например, от Nutra Effect. Похоже, мне кажется, они. Ну, только здесь уже, как бы, не знаю, может быть, другое масло какое-то идет. Или что-то вроде этого. Так, может быть, удастся открыть и посмотреть, что нам пишут. Секунду. Так, нашла. Сейчас главное сфокусировать. Будет, нет. Еще так серым написано. Вот. Кому интересно, читайте. Подходит для лица, глаз и губ.
Дарит питание коже, помогает ей выглядеть, чувствовать себя более мягкой, гладкой, ухоженной. Подходит для чувствительной кожи и офтальмологически протестирована. Вот способ применения. Да, кстати, если в глаза попадает, то щипет. Довольно-таки нехило, поэтому здесь у нас 200 мл, стоило, по-моему, 150 или 160 рублей, тоже хорошая покупка. Так, следующее, заказала я вот такой вот спрей новиночка. Тоже, конечно, невыгодно было по фокусу, но бывает, хочется и без выгоды что-то купить. Спиртовой спрей. Ну, пока что-то только спирт чувствуется. И сладость потом инжира. Классно. Такой спрей, по-моему, уже был давным-давно в Avon, поэтому опять повторяются они. Так, дальше. Заказала у меня девушка вот этот вот крем. Она прям меня спрашивала. Это у нас увлажняющий крем с тональным эффектом. В прошлом каталоге его не было. Тоже от NutriEffect, но я открывать не буду. Он, по-моему, идет в единственном оттенке. А может быть и нет. Нет, по-моему, да. Там такие микрокапсулы я как-то брала. И, по-моему, ну давным-давно, по-моему, я его выбросила. И вообще, если честно, ни одного хорошего отзыва я на этот крем не видела. И ну, была крайне удивлена, когда она у меня прямо на, ну, просто в декрете была. Здесь 50 мл всего лишь. И ну вот вышла сейчас, вспоминает все, что она у меня там заказывала. Говорит, мне вот этот вот крем там такой-то нравился. Мне нужно его опять заказать. Ну, я ей сказала, в каком каталоге будет. Вот она мне заказала. Не знаю, конечно. Ну, раз нравится человеку, пусть пользуется. Но большинству людей он не нравится. Говорят, что маской ложится. И, ну, как-то видно его на лице. Так, за 50 рублей опять по интернет распродаже взяла вот такой вот скраб для ног с тростником, сахаром, сладкая ваниль. Классная была линейка прошлогодняя, зимняя лимитка. Очень вкусно пахнет, хотя я такие скрабы не очень-то люблю. Ну, за 50 рублей, думаю, почему бы и нет. Пусть будет, тем более у меня в запасах скрабов для ног вообще нет ни одного. Так, эта же девушка заказала вот такой вот крем для рук, питания с маслом какао для сухой, очень сухой кожи. 75 мл. Хочу его понюхать. 100 лет этот аромат уже не ощущала. Сейчас вот в новогоднем дизайне выйдет. Обязательно себе куплю. Что-то как-то я уже соскучилась по этому крему. Так, дальше. Взяла я себе вот такую вот маску-гель для кожи вокруг глаз. Это у нас новиночка райского увлажнения Планета Спа. Я сейчас пользуюсь таким ультраувлажняющим гелем из линейки Моря Греции. Очень он мне нравится. Давайте этот тоже откроем, посмотрим. Поэтому решила взять. Стоил, по-моему, 130 или 140 рублей. Вот он такой. Жиденький такой гель. Кстати, тоже ничем не пахнет. Что меня удивляет, я вот Моря Греции открыла, думала хотя бы посмотреть, какой будет аромат, послушать, но нет. Так, давайте посмотрим, как им пользоваться. Аккуратно нанесите легкими движениями на веки и область под глазами. Используйте утром и вечером после очищения кожи. Ну, в общем-то, как обычный такой, наверное. Крем для ног, для глаз, вокруг глаз. Посмотрим. Надолго хватает этих 15 мл. Пусть будет в запасиках. Так, дальше. Очень хорошее было предложение для представителей по фокусу на серию Enyo. 40% скидка. И вот, в общем, у меня заказала клиентка вот такой вот крем, но я ей уже его отдала. Это у нас средство для мгновенного преображения кожи вокруг глаз. Стоил он 450 рублей. И ну, мы сегодня его утром открыли. Она побежала сразу им мазаться. Написано, что мгновенный эффект. В общем, как я прочитала там в аннотации, пишут, что нужно нанести, значит, на очищенную кожу.
и он как пленочкой покрывает, ну и не шевелить, в общем, там не моргать, ничего, там 1-2 минуты как-то вот посидеть там спокойно, например, ну, без мимики. И он должен вот так вот вроде как схватиться. И вот это вот все заполнить и разгладить. Ну, не знаю, такая прибежала ко мне, говорит, я ничего не вижу, где этот мгновенный эффект. Я говорю, я не знаю, я с ночи такая уставшая была, говорю, жди, пока появится, в общем. Ну и еще меня привлекла вот эта вот акция. Купи любые два продукта Энью, и можно заказать за 30 рублей вот такой вот набор. Ну, в общем-то, я решила взять себе. Кстати, вот этот крем приходит зафольгированный, все как положено, в коробочке. Очень даже красивый и симпатичный. И я взяла себе подушечки. Давно хотела, тем более сейчас уже осень. Вот у нас профессиональное очищение, подушечки для пилинга кожи лица, комплекс из 5 кислот. Ну, думаю, раз Энью у меня заказали, у меня, кстати, редко заказывают. И решила тоже воспользоваться. Думаю, пока скидка есть. Ну, может быть, если бы скидка была, я бы просто так, может, себе не стала бы заказывать. А плюс еще и подарки, конечно, подкупило меня это. Эти подушечки стоили, по-моему, тоже 450 рублей. Все зафольгировано. Сейчас откроем, посмотрим. Огромная такая банка. Их нужно использовать через день. Это такие. Они, наверное, запаяны. Ладно, сейчас будем все открывать, потому что я буду всем пользоваться этим делом. Тут вооружилась колюще режущими предметами, и ножницы у меня тут, и ножики для открывания. Вот такие вот подушечки, кто не видел. Ну, тоненькие такие диски пропитанные. Смотрите, они вот такие вот красивые. Пахнет, кстати, отвратительно, какой-то химией. Ну, оно и понятно, раз с кислотами, наверное, так и должно быть. Вот. Так, буду пробовать. Интересно, конечно, много положительных отзывов на этот продукт, поэтому, я думаю, лишним не будет. Ну, это такой, типа, как химический пилинг, я так понимаю. Так, далее. Ну, давайте покажу подарок. Подарок. В подарочном вот этом наборе было вот это средство. Сейчас скажу, как называется. Восстанавливающее, очищающее средство для лица «Сокровища пустыни». Ну, это типа такая умывалка. Я недавно, кстати, пользовалась такой. Тоже вот не в тему летом ее открыла. И для меня это был перебор. Для жирной кожи вот это вот. Она оставляет жирную пленочку. Не знаю, может быть, оставлю себе, попробую еще зимой. Может быть, подарю кому-то, у кого сухая кожа. Потому что, мне кажется, для сухой кожи это вообще будет супер. Вот зимой в холода пользоваться. Ну, аромат такой восточный, на любителя. Ну, мне, в принципе, нравится. Дальше маска восстанавливающая для лица. Она со спиртом, по-моему, идет. Вода, каолин, спирт. Да, она такая глиняная. Ну, здесь запах спирта тоже чувствуется. Такого вот она цвета. Красивая, очень густая, очень экономичная. Нравится мне эта маска. Давно ее уже не покупала, поэтому с удовольствием буду пользоваться. И также крем для рук. Он у меня уже такой был восстанавливающий. Ну, тоже с таким же ароматом. Хороший такой крем, плотненький. Маленький тюбик 30 мл. Сейчас тоже покажу, как он выглядит. Густой, хороший. Питательный. Тоже вот зимой мне нравится пользоваться этой серией. Такой аромат теплый, согревающий. Ну, он яркий, конечно, не всем может понравиться. На любителя, так скажем. Так, ну давайте, наверное, перейдем к водичкам. Заказали у меня опять. Заказал взять свою любимую туалетную водичку индивидуал Блю. Ну, я ее распаковывать не буду. Стоила на 400 рублей. Средняя такая цена. Следующее. Заказала я новинку себе по фокусу. Это у нас Summer White Tropical. Вообще, я не любитель таких водичек, вот, дешевеньких, так скажем. Но
так как Tropical меня привлекает все с таким названием. Вот с такой вот она ярко-розовой крышкой. Очень, кстати, понравился аромат. Это у нас цветочно-фруктовый аромат. Так, черника, цветы персика и сандаловое дерево. Классно. У меня сейчас все вот этим кремом пахнет. Классный такой с кислинкой аромат. Сандаловое дерево, я думаю, может быть, будет ему немножко стойкости придавать. Ну, мне очень понравился. Вот как-то я Summer White, ну, себе не покупаю, но что-то зацепил он меня даже просто со страничек каталога. Стоил 219 рублей по фокусу. Очень приятный аромат, понравился. Так, куда бы это все ставить? Так, следующее. Была еще у меня Пурбланка. Но тоже отнесла уже девочке на работу, потому что она очень ждала. Также по хорошей цене, там при покупке на 450 рублей, по-моему, из каталога. Можно было за 360 рублей взять 30-миллилитровую версию Eve Confidence, Eve Alluring и Eve Elegance. Я взяла свои два самые любимые. Ну, Eve Elegance я тоже себе потом приобрету, конечно же. Я брала уже много раз их в пробниках и в миниатюрках. И поэтому очень обрадовалась, что за 360 рублей, ну, далее в каталоге они будут стоить 400, но это тоже, я думаю, не очень-то и дорого. Такие водички классные. Давайте тоже буду сейчас все распечатывать. Ну, я их, наверное, сейчас в использовании не буду ставить. Распечатать, потому что хочу немножко отдохнуть от них. Сейчас у меня вот Alluring вчера кончился. И тут еще миниатюрку допользую. Вот так вот выглядит флакончик. Кстати, не менее симпатично, чем... Ой, скрипучие крышки. Не менее симпатично, чем полная версия. И, например, вот 50-миллилитровые версии у меня вот стоят. Мне кажется, они вообще не расходуются. Вроде и брызгаешься, брызгаешься, не убывают. А вот эти вот 30-миллилитровые очень даже хорошо уходят. Поэтому для меня это более такой приемлемый вариант. Так, и сейчас скажу вам по ноткам. Сейчас второй достанем, посмотрим, как выглядит. Ну, тоже такой сиреневенький. Вот знаете, хотела провести аналогию вот этого аромата с ароматом Rare Amethyst. Нанесла один на одно запястье, другой на другое. Думаю, сейчас похожу, потом понюхаю. Ну, как они раскроются, похожи или нет. Потому что в одно мгновение что-то мне пришла мысль в голову, что это одно и то же. И почему-то вот Alluring'ом я постоянно пользуюсь, а тот у меня так и стоит. Хотя очень мне нравится, но как-то вот до него руки не доходят. Ну, в общем-то, набрызгала, забыла благополучно об этом. Пошла, помылась, на следующий день только вспомнила. Ну, в этом я вся. Так что ничего удивительного. Так, Confidence. Это у нас восточно-ванильно-древесный аромат. Черная смородина, цветы франжипани и дубовые ноты. Мне он немножко напоминает лак. Ну, только более облегченной версии. Ну, хотя там, конечно, ноты совсем другие, но очень приятный такой сладкий аромат. Alluring более нежный, уже идет восточно-цветочно-древесный. Слива, нероли и сандаловое дерево. Я обожаю вообще сливу в ароматах Haven. Мне очень нравится. Вот в аметисте там тоже слива. Если не забуду, то как-нибудь еще раз протестирую. Потому что само интересно, но вот закружишься вечно с делами и... Потом вообще забываешь, как себя зовут, не то, что что-то там на себя набрызгал. Так, и еще один ароматик я заказала в мини-версии, хотя очень хотелось большую, но тоже подумала, что как бы зачем тратить деньги, ароматов полно, хватит мне и миниатюрки, может быть, как-нибудь потом. Ну и распробовать аромат все-таки лучше сначала мини-версии. Это у нас Faraway Rebel. Ни один аромат Faraway мне вообще не нравится. Они все для меня тяжелые, удушливые. Но вот этот аромат, как ни странно, вообще очень понравился. Классное такое оформление. Так, ноты. Ноты. Это у нас цветочно-восточный аромат. Черносмородиновый ликер, соленая карамель и цветы апельсина. Классный вообще аромат.
Буду с удовольствием пользоваться. Сладкий он тоже такой на зиму. Так, дальше. Еще я заказала, ну, просто случайно увидела. В каталоге был пробник Incandescence Glow. Синенького вот этого. Захотелось вспомнить аромат. Так, также у меня коллега заказала тушь вот эту вот с серебряным колпачком, как всегда. Я всегда, когда она есть по акции, я ее каждый раз пугаю, что последний раз 200 рублей в каталоге, в следующем каталоге 270, и она у меня все время берет. Вот. Говорю, возьмите лучше про запас. Ну, кто его знает, действительно, последний раз или не последний. Хотя я смотрю, он как-то через каталог чередуется. То 200-270. Говорю, ну вот закончится у вас тушь. И будет она 270 в каталоге стоить. Говорю, что вы будете делать? Говорю, придется покупать. Я так взяла из запасов. Ну вот я ее уже приучила. Берет она у меня в запас. Так, еще я себе заказала серьги. Элиша называются сережки. Конечно, очень хотелось мне уже вчера пойти в них на работу, но удержалась, думаю, чтобы показать, в каком виде они приходят. Такой коробочки, тут все как всегда. И смотрите, как хорошо упаковано. Коробочку я выброшу. Такие вот серьги классные. У меня же мало сережек. Кому интересно, посмотрите мою коллекцию бижутерии. Так. Вчера, кстати, только выложила. Вот такая вот застежка. Смотрите, здесь заглушка. Так, сейчас мы это все снимем, я надеюсь. Это все резиновое. Или это тоже надо? Что-то какая-то она кособокая. Нет, это, наверное, предохранитель. Что-то какая-то слабенькая, скажу вам, застежечка. Ну, сами серьги красивые. Так, вот так вот они будут выглядеть. Или вот так вот. Кому как нравится. Симпатичные. Хотя я бы предпочла вот здесь какие-нибудь более осенние цвета. Типа золотого, там коричневого или красного какого-то. Что-то мне застежка не нравится. Какая-то она в кривь и в кость. Или так должно быть. Ну, в общем-то, ладно, посмотрим, как будут держаться. Понравились сережки. Так, заказом все. И впервые в жизни я заказала пакет сюрприз, так как он в этот раз стоил очень-очень дешево. Вообще 330 рублей, 5 средств. И я решила рискнуть. Думаю, уж поди совсем... Г не положит. Ну и, кстати говоря, потом я посмотрела обзор и увидела у Лили, ну, наполнение пакета сюрприза. Мне очень понравилось. Я очень хотела точно такой же, но он мне, в принципе, и пришел. Я его уже открыла. Вы уж меня извините, но, ну, как всегда, вот пакетики терпеть целый день до съемок я не смогла. Так, покажу, что пришло. Вытащу. Биби шампунь. Очень я хотела, вот, чтобы он мне попался обязательно в пакете сюрпризе, потому что сейчас последняя бутылочка такая 400 миллилитровая у меня пошла в использование вместе со всей серией. В общем, в каталоге больше нет, в распродажах больше нет. И я была очень этому расстроена. Но зато теперь я рада, что мне пришел такой шампунь еще и в моем любимом объеме, поэтому буду с удовольствием пользоваться. Спасибо. Даже ради этого, если бы даже остальное все фигня какая-нибудь была в пакете, я бы уже обрадовалась. Следующий продукт — это был лосьон парфюмерный для тела. Очень мне нравятся лосьоны. Он еще оказался с эффектом мерцания. Тоже вчера в обзоре увидела, кто-то вот так показал. И это мне не кто-то, а Вера показала. И я увидела, что он с эффектом мерцания в своем. Не разглядела. Давайте тоже посмотрим. Такой густой он. Мне аромат Incandescence не очень нравится, но такие лосьоны парфюмерные я очень-очень люблю. Чуть-чуть есть, ага. Аромат, кстати, не яркий.
Вот именно могу взять лосьон даже с нелюбимым ароматом, потому что ароматы не такие насыщенные, как в самих водичках, и более приятно пользоваться бывает. Так, что какой-то аромат отдаленно инкандесенс, но больше пахнет каким-то старым кремом. Хотя, ну, кстати, 24 января 2017 года, но все равно не протухший же. Но аромат что-то так себе. Так, следующее средство вот такое вот Avon Man. Комплексное средство для волос, кожи и тела. 3 в 1. Шампунь, ополаскиватель и гель для душа. Тоже, я считаю, очень достойное средство. 250 мл. Скоро у нас праздники, Новый год, поэтому будем дарить. Всегда есть кому подарить. Вот такое вот мыльце во всех пакетах. И в больших, и в маленьких. От Planet Spa Безмятежность Прованса. Я как-то покупала, но подарила потом. И у всех, смотрю, тоже мятые коробочки. Так что уже не подаришь. Но я и не собиралась. Я хотела себе, но в каталоге оно жутко дорого стоит. Рублей 150, наверное, если не больше. Вот так выглядит. Мне нравится аромат у этой серии. Лаванда с жасмином вообще классный, поэтому с удовольствием, думаю, даже в ближайшее время уже сама попользуюсь. И 5-й продукт из пакета сюрприза — это водичка Forever из серии ТТА. Я как-то, когда она вышла, это последняя новинка, по-моему, из этой серии, что-то как-то я пробник взяла, и она мне не очень понравилась. И поэтому я даже, ну, на миниатюрку иногда поглядывала. Думаю, взять не взять, может быть, распробую. И как-то так и не взяла. И тут вот в пакете пришло очень даже классно. Вчера попробовала. Мне очень понравился этот аромат. Он свежий. И не знаю, сейчас попробую найти ноты. Мне показалось, будто там водная лилия. Что-то такое, по крайней мере. Очень даже свеженькая. Так, вот нашла. Это у нас цветочный аромат, нероли, майская роза и сандаловое дерево. Ну да, такая роза, знаете, утренняя. Очень мне понравился аромат, очень стойкий. И, ну вот, я брызнула, где-то через полчаса пошла потом в душ, и мне так понравилось, как он под водой раскрылся. Вообще интересно, прям действительно какими-то такими свежими цветами. Так, ну вот и все. Это был весь мой заказ. Такой вот. В этот раз мне что-то клиенты заказывали. На удивление, я уже даже отвыкла, привыкла всегда все себе, да себе. Вот. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мой канал. По возможности, может быть, сегодня еще орифлеймовский заказ выложу, если успею получить. Там тоже будет кое-что интересное, новиночки, так что приглашаю вас к просмотру. Ну, всем удачи и всем пока!